Доброе утро, друзья! Приветствую вас на моем канале. Первый восход солнца в Кемере. Вчера приехали поздно вечером, поужинали и упали замертво. Дорога была сложная. Но смотрите, как красиво. Народ уже купается. Самолеты в небе. Боже, тишина. Так хорошо. Нет тебе ни взрывов, ни шахедов, ни ракет. Поплавала я отличненько рано утром. Уже мы и позавтракали. А сейчас будет у нас уже обед. Видите, уже на море мало людей. Мы отдыхаем в отеле Миранда Мурат Хотел. 3 звезды. Но очень хорошее расположение. Вот наш пляж желтенький, а вот как раз наш ресторанчик, вот наша улица и вот наш отельчик. Очень нравится расположение. Уже мы здесь не первый раз отдыхаем. И не только мы, уже знакомых встречаем, приезжаем как домой. Хороший персонал. Отличный хозяин отеля, особенно его жена Олечка. Хоть и осень сейчас, но здесь все замечательно. Посмотрите, какие красивые цветы, какие клумбочки здесь. А это финики в сетках висят. Уже созревают. Рядом порт Марина. Собираемся на кораблике покататься. Ну, сходим еще в порт. Там красивенная бухта. Все мне здесь нравится. О, бананы растут. Молоденькие. А сейчас будет обед. Девчонки мои пошли переодеваться. А я быстренько думаю, покажу вам, где мы остановились. Покажу вам наш обед. Ну, нормальный. Тут мяско, курочка, тут рис. Тут такой плавчик. Салатики. Баклажаны, перец, все. Здесь красота, все солененькое, вкусненькое. Овощи, помидоры, огурчики, яблочки. А, здесь была дынька. И суп. Чечевичный. Хлебушек. Все отлично. Нам нравится. Ну вот, мои дорогие. Это наш обед. Чечевичный супчик, булгур, курочка, овощи. А, пивко. А у тебя что? То же самое, только побольше овощей. А, дыню мы взяли. Ой, Рая вообще еле-еле кушает. Ну, куда это годится? Ну, приятного нам аппетита. Давайте. А, подождем Раю. Что-то несет еще? А. Дыня была остальная. Ну, еще нарежу. Ну, давайте. Тост. Нет, самое главное, чтоб он сдох. За это говорят, не чокать, а мы даже чокнемся. Мы чокнемся.
как красиво в порт заходят яхты. Белоснежные. Чистое морешко. Погода замечательная. И после обеда мы тоже решили пойти поплавать. После обеда людей мало. Не все рискуют, потому что жарко. Ну и после обеда надо отдохнуть, полежать. Вот, а там далеко за пирсом стоят яхты. Так много их. Вот как они в очередь выстроились. 5 штук. Одна уже в порту, и еще 4 ждут. А там горы. О, горы курят. Да, жарковато немного. Ну все, пошли мы в воду. Время уже после обеда. Мы поплавали. В соседнем отеле играет музыка. Это отель Ланкора. Он дороже нашего отеля. Но сказали, что сервис упал. Отели дорожают, а сервис падает. А видите, на пляже уже практически нет солнца. Солнце только в воде еще доходит. До воды. Потому что сзади нас вот такие горы, которые уже не видны. Потому что там... туман, горы курят в дымке в такой. Музыка играет. И могут быть авторские права. А с этой стороны отель Олимпос. Бич хотел. Ой, здесь такая мятка растет. Красивенная. Нежная такая. Ох, пахнет. Может быть, это и не мята, а ежевика. Оля, это ежевика. Нет, это такие плоды. Такие мята. Плоды. Да. О, как ежевика. Смотрите, сколько ее. А если попробовать, можно? Давай попробуем. Я попробовала. Вкусные, а только косточки такие крупные. Сладенькая. Вот это Ланкоры. А, это наш еще. Ланкоры. Ланкора. Ланкора у нас с той стороны. А дальше государственный там пляж. Потом пройдусь завтра уже посмотрю. Ой, так зелено красиво. Здесь променад. Можно ходить. Утром люди ходят, гуляют. А кто спортом кто-то занимается? А, такая подсветка на солнечных батареях. Ты бачишь, как интересно. Такая дорожка, камушки. И можно спускаться на пляж. Скоро будут заходить кораблики. Уже один пришел, монстрик. Экскурсии заканчиваются. Ага. А он пришел раньше, да? Нет, такому я к заходу. Тенек на пляже нашем. Ну, нам сильно солнце и не надо. Главное, плавать можно. Это наш ресторанчик. Вот такой большой. Можно под навесом.
а можно на улице. Ага, там тоже навес. Здесь у нас происходят танцы, все убирается и музыка. Дни рождения отмечают, кстати, вчера бы. Вот видите, три ряда. Здесь есть кофемашина, можно попить кофе. Кофе, кофемилк, эспрессо, капучино. Здесь можно чаек побаловаться чайком. Там выставляется еда. А здесь у нас бар. В баре делают коктейли. Можно попить сок, пиво. Конечно, есть котики. Как же без этих хозяев? Такие цветочки, традисканция. Ой, какая красивая. А еще можно вот просто на улице покушать. Цветет. Традисканция. А еще здесь можно покушать в нашем отеле. Завтрак 250 лир, обед 300, ужин 300. А вот наш отель, а номер наш, открыты двери на последнем этаже. Я потом сделаю обзор, покажу вам. Ну а пока прощаюсь с вами. До новых волнующих встреч. Встретимся в следующем видео.